Всем привет, вы на территории Империи Зла. И сейчас я бы хотел рассказать вам одну очень красивую историю. За разборами матчей текущих, за другими разными историями своей жизни, я упустил один очень красивый момент. Случился он в футбольном клубе Оренбург, который называют злые языки фарм-клубом Зенита. Владимир Сычевой. До этого чемпионата его не знал практически никто. Даже я вообще не слышал, кто это вообще такой. Но сейчас Владимир Сычевой забил уже 9 мячей, если не 10. Я уже, честно, запутал, сколько он забил. В этом туре в ворота Динамо он оформил дубль. А в прошлом туре, когда Оренбург играл против Сочи, Сычевой сделал очень красивый жест. Прямо после своего гола сделал предложение своей девушке. И арбитр того матча, Артем Любимов, тоже повел себя как человек. Он мог придерживаться буквы закона и показать ему желтую карточку, но не показал. Показал свою душевность и свое понимание. Молодец. И если даже считать Оренбург фарм-клубом Зенита, то это означает ни много ни мало, что Оренбург такой же душевный, и такой же искренний, и такой же сердечный клуб, как Зенит. История с Сычевым это очередной раз доказала. И можно сказать, да, Оренбург фан-клуб Зенита, но это означает, что Оренбург всего добра. А все те вонючие помойки, которые не называют себя фан-клубами, но которые насквозь фальшивы и пропитаны лицемерной ложью, это попса. Вот и все.